Всем привет! На первый взгляд повреждение не выглядит большими. Я так сразу подумал, но все гораздо хуже. Основное повреждение здесь. После измерений я выяснил, что эта деталь с опорой амортизатора сдвинулась в сторону двигателя на 3 см. Для этого ремонта надо будет вытянуть двигатель. Отдаю машину мастерам и жду ее без двигателя. Итак, машина уже у меня в мастерской без двигателя. Переразбираю и ставлю машину на стапель. Итак, машина разобрана. Первым делом вытягиваю опору амортизатора. We'll be right back.
вытяжкой я закончил. Теперь ударяю поврежденный металл. Поврежденный металл удален. Чищу лонжерон от клея. Теперь подровняю элементы, которые остались на машине. Все чудненько. Устанавливаю новый кусок. Клею, клепаю, варю.
Итак, склеил, склепал, сварил и покрасил. Внутренние полости обливаю антикором. Теперь собираю передок, затем машину уедет для установки двигателя. Итак, двигатель на месте. Мне осталось поставить фары, бампер и кучу разных пластмасс. Моя работа закончена. На эту работу ушло 50 часов.
А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!